Ровно 5 лет программа «Музыкальный инстинкт» следит за движением Республики Казантип, проходящим каждое лето с 20 июля по 21 августа в Крыму, на берегу теплого моря, неподалеку от легендарного города Евпатория. Этим летом вдохновители и идеологи программы Сергей Василевский и Павел Кириллов снова не только хорошо отдохнули там, но и успели плодотворно пообщаться с жителями республики и диджеями, взрывавшими местные танцполы. В данную минуту мы находимся, дорогие друзья, на европейском танцполе на Казантипе 2004. Это одна из 8 площадок. Вместе с нами сидит Андрей Ондрик. Это диджей, который является диджеем-резидентом Казантипа 2004 года. Привет, Андрюха, как твои дела? Здравствуйте, очень хорошо. Как настроение этим летом? Настроение замечательное. Я знаю, что вы в этом году с Митрофановым являетесь, в принципе, резидентами этого Казантипа. Это так? Да, это верно. Фактически не то, что резиденты, мы, да, официальные диджеи Казантипа, вот так бы сказал бы. А как, скажи мне, началась история вот вашего резидентства? Такого же раньше, по-моему, не было, насколько я знаю, не было резидентов Казантипа. Вы, по-моему, первая пара. Ну, я не знаю, просто как бы после прошлого года у нас Никита активно продвигал по регионам, и очень много ездили, гастролировали, фактически стали как бы такими официальными диджеями, как бы туда, где мы приезжали, это были, как правило, вечеринки автопати или припати казантипские, поэтому... Может быть, скорее всего, от этого все и пошло. Просто и в этом году как бы так все это как бы само собой сложилось. И вот так вот. Скажи мне, а почему тебя можно заметить на Казантипе чаще, чем Митрофанова? Не знаю. Дима в этом году как-то больше отдыхает, возможно, я не знаю. А я просто занимаюсь своей прямой работой, поэтому, может быть, почаще появляюсь, честно. Скажи, а есть какие-то привилегии у диджеев-резидентов Казантипа по отношению к другим диджеям, которые приезжают сюда? О, я бы не сказал, на самом деле. По-моему, нет никаких. По-моему, все одинаково. Ну, есть такое, что, например, вам на любой танцпол всегда зеленый свет в любое время и в любой день? Ну, ты же знаешь, что это не так. Мы играем, по-моему, поменьше, чем любой другой диджей. Просто как бы... Не знаю, есть какие-то моменты, возможно, есть какие-то поблажки там, да, для нас там, ну, вряд ли, мы такие же, как все, абсолютно. Последний щекотливый вопрос, который, я думаю, волнует многих, а будет ли Казантип 2005 года? Нет, наверное, не будет. Диджей Ондрик, диджей-резидент Казантип 2004 года. На данный момент мы передвигаемся в сторону главного танцпола, потому что через несколько секунд здесь вы увидите самое яркое и необычайно красивое зрелище. Это открытие самого главного танцпола Республики Z этого года. Насколько мне стало известно, по лайнапу самым первым диджеем, который крутанет первую пластинку на этом танцполе, будет диджей Санчес. Ну, а, собственно говоря, затем после него выступит хедлайнер сегодняшнего мероприятия. Это немецкий проект «Ток-Ток», который, собственно говоря, и устроит зажигалово на танцполе. Как это все будет выглядеть, мы посмотрим вместе с вами. Я пока не знаю, что это и как это. Мы только-только направляемся к дверям.
Хочу вам представить еще одного героя Казантипа 2004 года. Это герой украинской танцевальной сцены диджей Конь. Привет, Леш. Всем привет. Мы рады видеть тебя вновь. Скажи мне, пожалуйста, с какими мыслями, чувствами, настроениями ты приехал в этом году сюда? С позитивными. По-моему, по-другому на Казантип не ездить. Ну, да, конечно, очень тяжело. Казантип, он всегда же разный. И очень тяжело как-то коротко, ясно высказать свои впечатления по поводу этого всего. Но первое, что самое главное, я уже вынес сейчас, побыв здесь. Мне очень понравилось в этом году прослойка людей, которые в этом году присутствуют. Бесспорно, это гораздо шаг вперед, гораздо более приятное, более симпатичное, более музыкально подкованно, и эпитеты можно выбирать сколько угодно. Ну, в общем, более тусовочная публика гораздо. Это уже напоминает даже немного ранние первые там как бы тусовки. Киевлян много приехало? Да, из Киева людей тоже хватает, естественно, потому что, ну, что им тут ехать? Сел на самолет. Вы делаете вообще какие-то наверняка припати казантипские, такие неофициальные, с твоим, наверное, там, участием и под твоим руководством? Да, не далее, вот в эту субботу, я вылетаю завтра обратно в Киев, у нас суббота будет именно очень серьезная андеграундная электротехно-вечеринка, посвященная Казантипу и нашему сюда же обратному возвращению. И оттуда там еще грядка людей неплохая собирается. Ты на Казантип приезжаешь один, я имею в виду без половины? Да, я вообще один. Как и было заявлено в анонсах, в этом году на Казантипе существует европейский танцпол. Он представлен немецкими диджеями, которых пригласил сам президент, и которые, по всей видимости, прибыли сюда на побережье Республики Казантип для того, чтобы отыграть свои сеты. Рядом со мной представитель как раз таки германской танцевальной культуры, с которой мы сейчас собираемся пообщаться, не без помощи нашего друга. Итак, hi, how you like Kazantip this year? Before I came here, I heard very much about Kazantip, fantastic stories, but now I'm here and it's true. It's a paradise. It's good for you, you can speak in Deutsch. Ja, ich kann auch Deutsch sprechen, klar. Also sehr geehrt, der Außenminister hatte mir vorher in Deutschland, wir hatten uns Hamburg getroffen, sehr viel über Kazantip erzählt. Viele Geschichten klangen erstmal, sage ich mal, auch unglaublich eigentlich für uns, weil sowas gibt es bei uns hier eigentlich gar nicht in Deutschland. Und da kommt man hier hin und das ist eigentlich nur fantastisch. Он говорит, что я как министр иностранных дел приглашал его в Гамбург нам в гости, рассказывал ему всякие казантипские истории. Он говорит, для этого нас было невероятно, потому что в Германии подобного фестиваля, подобных историй не увидишь и не услышишь. И вот сейчас приехал, ему очень нравится, и все истории, которые рассказывал, он понял, что это все правда. Произошло ли что-нибудь самое уже яркое, запоминающееся для вас на Казантипе 2004 года? Ja, ich habe gestern das erste Mal hier gespielt. Ich sag mal, die Reaktion der Leute war zum größten Teil eigentlich anders als in Deutschland. Diese Ausgelassenheit, diese Freiheit, die man hier fühlt, also das ist schon sehr schön, auf jeden Fall. Он вчера играл первый раз на нашей танцплощадке. Он говорит, то чувство, которое испытывала публика, оно было очень развязанной, очень свободной. Такого в Германии уже нет, а вот такой вот он ощутил. Опять вновь у нас на Казантипе.
редкость. Огромное количество немецких представителей танцевальной культуры здесь сегодня собралось на Казантипе 2004 года. Их настолько много, что мы просто не успеваем брать у них интервью. Но вот еще один. Это представитель проекта «Планк». Итак, здравствуйте. Как вам Казантип 2004 года в этом году? Алло, вы финансу Казантип 2004? Ама. Прям молоток, вот супер. Вы уже где-нибудь отыграли в этом году? На какой-нибудь сцене? Hast du schon in diesem Jahr hier aufgelegt? Ja, einmal und heute das zweite Mal. Вот он вчера играл первый раз, и сегодня он играет второй раз. Как вам публика в этом году и вообще как вам русские тусовщики? Wie findest du die Russen Party People? Entspannter, lockerer als teilweise hier in Europa. Sie sind sehr verwöhnt in Europa, ja? Он говорит, что они спокойнее, как бы, как и говорил Свен, что они развязаннее. Вот в Германии они очень разбалованные музыкой, и в основном они ходят с умными лицами. Ну вот, когда вы работаете за вертушками, за диджейским пультом, вы чувствуете драйв, который исходит из толпы и от тусовщиков? Auf jeden Fall, ja. Он говорит, конечно, да, чувствую эту энергию. А кого больше, девочек или мальчиков? Von wem spürst du die Energie, von Jungs oder von Mädels? Von beiden. От обоих. Как вам нравится вообще море, вся инфраструктура всего вот этого фестиваля, который здесь проходит в этом уголке Украины? Wie findest du die Infrastruktur hier? Also das ist hier Wasser, Strand, Party und wie findest du dieses Festival in Kazantip dieses Jahr? Ich bin ja das erste Mal hier und dafür, wie sie es gemacht haben, finde ich super und ich glaube, die sind auf dem richtigen Weg, dass sich das noch weiterentwickelt. Aber so wie es ist, auf jeden Fall super. So sollte es auch sein. Вот он первый раз вообще в русскоговорящих странах, ему очень нравится организация и то, как оно сейчас существует, и он считает, что у нас еще очень хороший и перспективный путь в будущее на развитие Казантипа. А что вас связывает с диджеем Доркипером? Was hat er schon gemeinsam mit Doorkeeper gemacht? Meinst du Auflegerei oder was? Ja. Ob ihr schon aufgelegt habt dieses Jahr oder ja. So mit dem? Oder überhaupt in der Geschichte schon mal zusammen aufgelegt habt? In Deutschland, ja. Also das erste Mal 95 in Dresden. Они начали, первый раз они встретились в 95 году в Дрездене. И потом были последующие у них встречи, где они тоже вместе играли. Один из немецких гостей, которых мы хотели бы вам представить, это диджей Doorkeeper. Это отец-основатель проекта и саунд-лейбла Kiddes FM. Сейчас мы с ним пообщаемся и узнаем у него, насколько ему нравится здесь. Кстати, он был здесь в прошлом году. Насколько ему нравится в этом году, насколько он чувствует публику, насколько он готов подарить свои новые треки, ну и вообще о его настроении. Так что никуда не переключайтесь, встречайте диджей Doorkeeper. Здесь в прямом эфире на музыкальном инстинкте специально для вас. Hi Rocco. Hi, how are you? How you like the Kazantip tonight? Yeah, I like it. My friends are here, my girlfriend is first time here, so everything is fine. Вообще мне понравился Казантип в этом. Да, ты знаешь, я прослушал начало, но помню, что его друзья здесь, его девушка первый раз на Казантипе, и все отлично, ему очень нравится. Открою небольшой секрет, может быть, для телезрителей, то, что Doorkeeper второй раз на Казантипе, первый раз он был в 2002, да, в 2002 году, и вот сейчас победное возвращение. Чувствует себя превосходно, отлично, тем более с любимой девушкой вообще. Как девушка? Рай открыт. Как девушка его восприняла, Казантип? So, what the feelings of Monique? Oh, here? What about Казантип? She already saw the photos and she was listening to telling my experiences, but she was much more surprised about this. So it was looking much more bigger for her. So she's like a sunshine child. So she liked it. The sea, sunset, sunrise, music. It's fantastic for her. Она уже видела и фотографии. Рок очень много рассказывал о Казантипе, но ожидания, конечно, вернее, то, что она увидела, превзошло все ожидания, потому что это все гораздо больше, да, и она как настоящий солнечный ребенок, да, она восхищается закатами, она восхищается восходами,
ходит по всем танцполам, слушает музыку, радуется тому, что происходит вокруг. Для нее это фантастика. Диджей Доркипер востребован на этом, в этом году на Казантипе? То есть, или же все-таки он, у него свободный график, у него есть свободное время на то, чтобы посидеть в баре, посмотреть закат? Можешь мне не... So you play really often here, or you got a lot of free time? You can sit at the bar, you can watch the sun, sunset, sunrise, something like this. Yeah, at first I didn't play for 3 or 4 days because some technical conditions was not so right. So, but they found a solution, and after this, I played every day. So I was playing at the tunnel. Is it right? Yeah, tunnel. I was playing at the floor of Lena Popova. Yesterday I was playing here for 4 hours. So, but anyway, I was here for more than 1 week, and I don't need to play every day, so I can also relax, and it's fine. Вначале было, конечно, были 3-4 дня, когда он не играл из-за небольших технических проблем. Но сейчас вроде бы все разрулилось, все хорошо. Та аппаратура, которая необходима для диджея Доркипера, она здесь присутствует. И он играет, играл и танцпол. Почему-то все его называют туннель. Я слышал название... Труба. Внутрь, да? Или там, внутрь. Труба, что внутрь, да. Играл на танцполе Лены Поповой, счастье. Здесь вчера он играл потрясающий сет, все были в диком восторге, но это уже немного от себятины. Вот, и, ну да, достаточно много играет здесь. Я слышал, что в этом году диджей Доркипер отказался от поездки на Ибицу, променяв Ибицу на Казантип. Это так? At first, I never want to go to Ibiza, because Ibiza it's like for high society, it's really expensive, and I just only wanted to go there if they pay also an expensive fee. So I prefer to go here. It's much better. Ну, это действительно слух, и опять немного от себя, я знаю, откуда это все пошло, потому что когда он был на Казантипе в 2002 году и давал интервью, он сказал, что для немцев гораздо лучше поехать на Казантип, потому что это все-таки и дешевле, и нету вот этой коммерческой машины, и он с большим удовольствием как бы играет здесь, да, нежели бы его там позвали на Ибицу. Сейчас это все уже перефразировалось, да, ну и, соответственно, в этом году он отказался от поездки на Ибицу. Нет, этого не было, и он никогда не хотел ехать на Ибицу, потому что для него это high society, отдых высокого класса, да, то, что называется, все безумно, безумно дорого, и коммерческая машина, да, и там абсолютно делать нечего для него. И гораздо лучше, и гораздо более душевная атмосфера на Казантипе. Нам удалось, нереальная редкость, нам удалось поймать самого неуловимого диджея, самого, наверное, не гастролирующего диджея, в силу не того, что, скажем, он не хочет там или не ездит на гастроли, а в силу того, что это сделать, наверное, крайне сложно, потому что это очень дорогой артист. И кому не под силу и не по карманам его пригласить в ту или иную тусовку. Да и потом надо отметить, что этот господин играет достаточно своеобразную музыку. Сейчас вы поймете, почему. Вот, это Мартин Ландерс, прошу любить и жаловать, отец программы Back to the Universe. Скажи, ну вот ты здесь уже не первый год на Казантипе, кстати, с какой по счету? Этот раз третий. И ты приезжаешь сюда, в общем-то, по своему желанию или же по приглашению? Ну, как бы, мне кажется, никакой клуб не в состоянии заменить вот это, что мы здесь видим.
То есть прежде всего я приезжаю сюда за атмосферой, которую дает Казантип, настоящий Казантип. Ты получаешь это? Да, то есть это андеграунд, море, свежий воздух и самые лучшие треки, которые привозят сюда с собой все диджеи, в том числе и я. Рядом со мной сидит самая красивая представительница трендевас культуры, как я ее называю. Это диджей Зимине. Зема, здравствуй. Как тебе Казантип в этом году? Привет. Мне все очень нравится, все стало как-то спокойно. Может быть, мы немного повзрослели на один год. Но, вероятно, это уже стало... Может быть, даже скоро это станет более интересно, чем Ибица, а может, уже стало. Ты в этом году снова, как и в прошлом, приехала сюда со своим малышом. Да, я приехала с ребенком, аж третий год, и у нас еще тут появился кот, целое хозяйство. Вообще ему тут нравится, у него тоже очень много друзей. И у меня очень много друзей, которых я могу увидеть только здесь, вот любимых моих московских диджеев. Слушай. Скажи, пожалуйста, ну ты, в принципе, уже, можно сказать, старожил Казантипа. Вот если сравнить с предыдущими годами, как тебе в этом году здесь? Ну так, честно, положа руку на сердце. Может быть, стало немного больше коммерции, и как я говорила, уже стало просто как-то спокойнее все и солидней. Не стало такого экстремизма, потому что были, какие-то достаточно панковские моменты, которые не все выдерживали и уезжали. А в этом году все достаточно более красиво. В этом году Казантип достаточно интернационален, и здесь есть представители немецкой танцевальной сцены. Скажи, ты с кем-нибудь уже завязала какие-то такие деловые знакомства? Ну, это вообще очень удивительно, что ходишь, очень много иностранцев, да, в связи с этим появилось, из-за того, что были иностранные диджеи. И все тоже вместе тусуются, все в одном баре, как бы говорят по-английски частью. Но, как бы, с моей стороны, единственное, что обидно, что никаких драм-н-бейсовых не было иностранцев, хотя очень много интересных, как бы, артистов, на которые многие бы сходили с удовольствием из тех, кто приезжает на Казантип, потому что драм-н-бейс, тусовка, драм-н-бейс, как бы, нация на территории Казантипа тоже достаточно велика, и, как бы, много интересующихся людей, академиков драм-н-бейса здесь находится. Поэтому как бы делал деловые знакомства, пока обошли меня стороной. Смотрите, самая веселая девочка на Казантипе этого года. Как тебя зовут? Карина. Карина, а что ты тут делаешь? Слушаю. Ждешь? Да. Кого? Солара. Чего? Тебя. Меня ждешь? У меня ничего сегодня нет, прости. Ай, ну что мне теперь делать? Сейчас другой придет, сейчас, ладно. Разберемся, я думаю. Пытаясь понять настроение Казантипа этого года, мы внедряемся в толпу, которая здесь сегодня... Демонстрирует нам все свои познания в области ритмичных танцев. Здравствуйте, как вас зовут? Марьяна! Что ты тут делаешь? Тусуюсь. А сколько ты тут еще будешь тусоваться? До следующего года. А что, тебе нравится здесь в этом году? Что мне нравится? Вообще нравится? Очень. Ну, ты много друзей здесь встретила и, может быть, много новых знакомств завела? Да, у меня очень много новых хороших друзей, особенно мужчин. Здравствуйте.
Давай с вами пообщаемся, как вас зовут? Юля. Очень приятно, Юля, ты первый год на Казантипе? Второй. Ну и как тебе? Классно. А ты сегодня здесь по одна или с кем-то? Сейчас одна. А вообще ты в следующем году приедешь, если вдруг позовут? Конечно, меня не звали, я сама приехала. А кто твой любимый диджей? Что? Кто твой любимый диджей? Любимый диджей? Я не знаю, потому что у меня много любимых. Так, все понятно, понятно. До свидания, спасибо. Здравствуйте. А что вы здесь стоите одна? Я смотрю. Смотрите? Да. Ну и как, нравится? Да, а еще мне нравится человек, который мне не разрешает кушать вермишели, который передо мной. А что, вы, говорят, любите роллтон, да? Да. Да? Я их не люблю, я не умею готовить. Не умеете? Ну, здесь нет продуктов. Как же вы за хозяйка такая, если вы не умеете готовить? Здесь таких продуктов нет. Да? Да. Слушайте, ну вам, в принципе, на Казантипе нравится вообще в этом году? Да. А вы танцевать любите? Да. Зажигательная идея. R&B, drum and bass. Только? А что вы здесь сегодня делаете на этом танцполе? Смотрю на психоделические. Как это танцуют другие? Нет, на психоделические. А вы в следующем году приедете? Обязательно. Если позовут? Стопудово приеду. Стопудово? Да. Хорошо, тогда учитесь готовить роллтон, и мы с вами обязательно поговорим в следующем году на этом же месте, окей? Все, спасибо. Как мы видим, у нас самая разная публика сегодня представлена здесь, на Казантипе. Люди, которые не знают ни одного диджейского имени, знают своих кумиров. Люди, которые не умеют отличать одного диджея от другого. Люди, которые не умеют готовить, не умеют слушать, не умеют танцевать. Или умеют, но не так хорошо, как бы нам этого хотелось. Давайте все-таки последуем туда, куда нас зовут другие танцполы. Может быть, там нам понравится больше. Итак, пошли. Вот и подошла к концу наша познавательно-развлекательная музыкальная программа, посвященная очередному музыкальному фестивалю «Казантип» 2004 года. Мы что смогли, то вам показали, с теми взяли интервью, как можно шире приоткрыли вам завесу всех тайн и секретов того, что происходит здесь, в этой оранжевой республике, каждый божий год с 20 июля по 20 августа. Мы прощаемся с вами ненадолго. Ваши покорные слуги Сергей Василевский, Павел Кирилл, специально для программы «Музыкальный инстинкт», Казантип, деревня Поповка. Увидимся.